Саламатсыздар ма, құрметті отандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я выхожу в экстренный эфир, чтобы сообщить ситуацию в стране. Сегодня прошли похороны Дулата Агадила в селе Талапкер, это около Астаны. И хотя полиция препятствовала многим гражданам, которые хотели проводить последний путь Дулата Агадила, в этом селе собралось более 3000 человек. И вы знаете, что Дулат Агадил посвятил десятки и сотни часов тому, чтобы выходить в прямые эфиры, выходить на площади, выходить на митинги. Это человек, который был одним из организаторов партии Коще, партии Улица. Это тот человек, который считал, что перемены могут быть только на улицах и площадях нашей страны. И сегодня тысячи людей пришли проводить его последний путь. И сегодня тысячи людей вышли на улицы. Вышли на улицы, чтобы подтвердить, что слова и мысли этого нашего казахского батыра были правильными. Перемены могут быть на улицах, на улице. Перемены могут только быть на площадях. Сейчас к Астане подтягиваются тысячи людей. Вы, наверное, видите репортажи. Подтягивается в Астане конгресс-холлу. Хотя в Астане метель, холодно. Но там люди собираются в конгресс-холлу, чтобы потребовать от власти ответа за его убийство. За многие годы Казахстану именно такое очень сильное внимание со стороны международного сообщества. Вышло заявление Госдепартамента США, которое потребовало честного расследования. Прозвучали официальные заявления посольства Великобритании, ОБСЕ. И я хотел бы здесь просто прочитать вам заявление, которое, например, говорит Госдепартамент США. Они говорят, что они требуют тщательного расследования и призывают к полной реализации ранее обещанных президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым реформ по расширению политических свобод. Это было заявление в Твиттере первого заместителя помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии. Уважаемые друзья, Соединенные Штаты Америки и западный мир прекрасно знают, что в нашей стране всем заправляет и рулит Нурсултан Назарбаев, хотя он является президентом, хотя кажется, что на бумаге у него есть какие-то полномочия, но мы прекрасно знаем, что все полномочия через Конституцию, через разные законы, через назначение своих руководителей на те или иные силовые должности, через то, что Нурсултан является главой партии Нуротан, где фактически существует сотни тысяч наших граждан, загнанных туда силой, и мы знаем, что этой партии тоже рулит Нурсултан Назарбаев. И поэтому мы все прекрасно понимаем, что все эти обращения, они носят дипломатический и политический характер. Но в реальности вся власть сконцентрирована в руках Назарбаева. Мы все прекрасно знаем, когда требуем расследования, что эта власть не проведет никакого расследования, как это было в предыдущие годы. Были убиты политики, Алтынбек Сарсембаев, был убит Заманбек Нуркадилов. Никаких расследований, в конце концов, не было сделано. И в этот раз эта власть не сделает никаких расследований. Поэтому, когда мы взываем к этой власти и говорим провести расследование, мы требуем привести к ответственности исполнителя или еще кого-то, мы все прекрасно знаем, что эта власть накажет только стрелочников, каких-то исполнителей, которых они сами же и направили, чтобы расправиться с Дулатом Агадилом. Поэтому, друзья, пришло время спросить с этой власти, спросить по полной, не просто на уровне исполнителя, чтобы нам просто пожертвовали какими-то капитанами и майорами. Мы знаем, кто несет ответственность за смерть Дулата Агадила. Мы знаем, кто несет ответственность за построение этой преступной мафиозной системы. Это Нурсултан Назарбаев, это его ближайшее окружение, включая Касым-Жомарта Токаева, включая его дочь Даригу Назарбаеву, включая его зятя Тимура Кулебаева, вся преступная верхушка Назарбаевых, именно они должны уйти, именно они должны ответить за смерть Дулата Агадила. Уважаемые граждане Казахстана,
Сейчас в Астане холодно, пурга, метель, но тем не менее тысячи людей собираются к конгресс-холлу. Тысячи людей собираются к конгресс-холлу, чтобы объединиться, выразить свой протест. И если нас будет десятки тысяч, завтра этой власти не будет. По всей стране, кроме северной части Казахстана, довольно хорошая погода. Уважаемые друзья, необходимо поддержать этот протест, выйти к акиматам городов. Сегодня в Алматы вышли сотни людей, в прокуратуре вышли к акимату. Но сейчас наступила ситуация, когда мы можем добиться перемен. Мы сегодня можем добиться перемен, мы можем завтра добиться перемен. Мы не можем и не должны ждать. Я обращаюсь к своим соотечественникам. Уважаемые друзья, я призываю вас выйти на площади около акиматов страны. На площадях по всей стране. Так говорил Дулат Агадил. Он говорил, что мы добьемся перемен на площадях и улицах страны. Наступил тот самый момент, когда мы можем это сделать. Мы понимаем, что Дулат Агадил, даже погибнув, он делает свой вклад в свободу нашей страны. Давайте мы добьемся свободы нашей страны, давайте мы добьемся перемен и давайте мы в конце концов отправим в отставку эту преступную верхушку во главе с Нурсултаном Назарбаевым. Ко всем площадям страны около акиматов. Ко всем площадям страны около акиматов. Астана Конгресс-холл. Сейчас там собирается огромная масса. Алга, Казахстан.